Яркие самобытные номера, особая манера исполнения, ритмический рисунок. Из этого складывается концертная программа ансамбля песни и танца «Волга». Каждый элемент создает особую гармонию и во всей красе раскрывает эстетику народной культуры. Именно она стала вдохновением для создания репертуара. К слову, он состоит из нескольких вокально-хореографических композиций. Первое – это будут картинки сельской жизни, где мы рассказываем об одном дне, как происходило это в деревне. И начинаем солнышко, заканчиваем плясками и вечерками, а еще и внутри трудовые процессы. Как проходил день раньше и как, может быть, сейчас проходит, но немножко в другом формате. Хотели бы поделиться этим. Следом рекурский обряд. Это уже традиционный номер ансамбля. Завершит выступление вокально-хореографическая композиция «На привале». Ее поставили по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин». Так в концертную программу вошли патриотические ноты. Само выступление пройдет под аккомпанемент оркестра народных инструментов. Сам концерт пройдет 29 апреля на площадке дворца «Губернаторский». Тогда же во всем мире отметят Международный день танца. Ульяновские представители профессии признались, отмечать праздник будут по традиции на сцене. Для них мелодия, ритм и восторженные овации зрителей – самый лучший подарок. В танцевальном искусстве с самого раннего детства, и мне кажется, как и большинство детей, привели, конечно же, родители, как один из способов занять свободное время. А потом это с возрастом уже переросло в выбор профессии, уже, можно сказать, смысл жизни. И по-другому уже свое будущее я не вижу. И очень многое зависит от наших зрителей. Если они добро, приятно нас принимают, соответственно, то у нас тоже отдача такая же. Да, происходит такой взаимный обмен. Мы даем свою энергию и сразу же после окончания номера ее восполняем, потому что свою энергию уже отдают зрители. Обменяться энергией может каждый. Начало концерта назначено на 18:00. Александра Никитина и Анатолий Рассохин. Управда ТВ.